Всем привет! Меня зовут Ксюша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я покажу вам, как связать такую милую плюшевую тигрульку. У меня на канале вы сможете найти также мастер-класс на мальчика-тигренка и вот такое вот прекрасное дополнение к нему. Итак, для того, чтобы связать этого тигренка, нам с вами понадобится плюшевая пряжа основного цвета, полмоточка, белая пряжа для лапок и мордочки, плюшевая пряжа дополнительного цвета для платья, а также черного цвета для вышивки полосочек. Немножечко черной пряжи катоновой, у меня Yarnart джинс, полухлопка. Также холофайбер, зажигалка, глазки на безопасном креплении 16 мм. Уже с ресничками, также носик 18 на 14 миллиметров, игла с широким ушком, портновские булавки, ножнички, нить, похожая на нашу основную пряжу, крючок 3,5 миллиметра, 5 миллиметров и клей-момент кристалл для того, чтобы приклеить носик. Это все, что нам понадобится для тигренка. Итак, приступаем к вязанию верхних лапок, ручек. Для этого нам понадобится пряжа белого цвета и основного цвета. Кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Во втором ряду мы будем с вами провязывать 6 прибавочек. В каждый столбик по 2 столбика без накида. Одна прибавка, 2 прибавки, 3 прибавки, 5 прибавочка и 6. Так, 6 прибавок мы с вами провязали. В конце этого ряда у нас получилось 12 столбиков без накида. Устанавливаем маркер. В третьем ряду провязываем 3 столбика без накида, 1 прибавка. 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавочка, 1, 2, 3. Так, и последняя прибавочка. У нас с вами получилось в конце ряда 15 столбиков без накида. В четвертом ряду провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. В пятом ряду мы будем начинать провязывать убавочки. Начинаем этот ряд с 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем убавочку. Убавочку провязываем только за передние петелечки. Убавка. Далее провязываем 1 столбик без накида. Еще одна убавочка.
и 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, еще один столбик, 5 столбиков без накида. Так, у нас получилось в конце этого ряда 13 столбиков без накида. Можем немножко наполнить нашу ручку. Добавляем немножко холофайбера и продолжаем вязание. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавка передней полупетельки, не забываем. Убавка. Так. Один столбик без накида. Убавка. Так. И далее до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 столбик до конца не довязываем, так как будем менять цвет пряжи на основной цвет. Присоединяем нить. Следующий ряд будем вязать с вами только за задние петельки. Вот задние петелечки наши. Провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее провязываем убавку за задние петельки, убавочку провязываем. Далее 1, 2, 3, 4 и 5. Фиксируем кончики пряжи на узелочек. Обрезаем нить. И поджигаем зажигалочкой. Так, теперь можно добавить наполнителя. Ставим маркер. Далее провязываем с вами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ряд по 10 столбиков без накида. 80 или же 80 столбиков без накида, как вам удобнее считать. Провязываем без изменений в каждый столбик по столбику без накида. Провязываем самостоятельно.
Итак, мы уже довязали с вами нашу лапку до конца. Теперь можете набить ее немножечко еще холофайбером. Убираем маркер. Набиваем где-то две трети. Вы можете набивать постепенно во время вязания лапку. Так, придавливаем нашу лапку. Ищем, где у нас убавочки. Вот явно видно, что здесь у нас серединка. Значит, детальку мы должны провязать так, чтобы конец заканчивался у нас на серединке. Складываем деталь пополам, провязываем за обе стороны. Один столбик без накида, два, три и четвертый провязываем соединительный столбик. Вот. Наша лапка готова. Теперь провязываем вторую лапку самостоятельно. Моя вторая лапка уже готова. Вот такие вот они получились. Итак, приступаем к вязанию наших ножек. Я буду использовать пряжу белого цвета и основного. Если вы хотите вместо лапок связать туфельки, то вы можете использовать пряжу цвета платья. Итак, набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Во втором ряду будем провязывать 6 прибавок. 1, 2, 3, 4 прибавочка. Так, 4, 5 и 6. Итак, в конце ряда у нас с вами получилось 12 столбиков без накида. Далее в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида прибавка. Повторяем так 6 раз. Прибавка. Далее 1 столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик, прибавка, столбик без накида и прибавка. Итак, в конце ряда у нас с вами получилось 18 столбиков без накида. В следующем ряду провязываем 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем так 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка.
Итак, далее провязываем 21 столбик без накида в следующем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20 и 21. В шестом ряду провязываем 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем так 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, убавка, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Так, далее. В следующем ряду провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 убавки. 1, 2, 3. Далее. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можем немножко наполнить ножку. И в следующем ряду провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 1 столбик без накида, убавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида, убавка. 1 столбик без накида, убавка. И далее провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Третью, кстати, петелечку последнюю мы до конца не провязываем. Можно ее освободить, так как будем дальше менять цвет пряжи. Меняем цвет пряжи и фиксируем с вами ниточку. Итак, следующий ряд, 9, провязываем 12 столбиков без накида за задние стенки петель. Так, провязываем 1. 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.
7 8 9 10 11 и 12. Итак, 9 ряд мы провязали с вами 12 столбиков без накида. Далее с 10 по 17 ряд провязываем самостоятельно по 12 столбиков без накида в каждом ряду, петелька в петельку, без изменений, с 10 по 17 ряд. Итак, мы уже провязали с вами с 10 по 17 ряд. Я также уже наполнила ножку наполнителем. Теперь нам нужно сложить детальку пополам. Смотрите, мое вязание закончилось так, где? Ну, приблизительно вот здесь. Мне нужно, чтобы я провязала лапку, да, чтобы провязала две стороны так, чтобы оставалась посередине вот этот уголочек, поэтому я дополнительно провязала 2 столбика без накида. У вас может быть больше, может быть меньше, потому что все вяжем по-разному. Итак, складываем детальку пополам, провязываем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 и 5 столбик провязываем соединительным. Проверяем, что у бабочки располагается посерединке. И вот такая вот ножка у нас получилась. Аналогично провязываете вторую ножку. Моя вторая ножка уже готова. Далее мы будем с вами вязать хвостик. Итак, приступаем к вязанию хвостика. Для этого нам понадобится пряжа черного цвета и основного. Начинаем вязание пряжи черного цвета. Кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо. Во втором ряду мы будем с вами вязать столбик без накида, прибавка, повторять так 3 раза. Провязываем столбик без накида, прибавка. Если вам удобнее вязать с маркером, то поставьте маркер на начало ряда. Столбик без накида, прибавка и последний столбик без накида, прибавка. Так. Я поставлю маркер сейчас. И далее в третьем и четвертом ряду мы провязываем с вами по 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Есть. Далее четвертый ряд. Аналогично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрите, на 9 петелечке мы будем менять цвет пряжи на основной. То есть до конца ее не провязываем.
и продолжаем вязание в обе петельки. 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, далее фиксируем кончики. Прячем. И также можно в кончик хвостика добавить буквально немножечко наполнителя. Далее уже мы не будем его добавлять. Итак, мы с вами провязали 5 рядов. С 6 ряда по 22 ряд самостоятельно провязываем по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Итак, мы с вами уже провязали 22 ряда. Теперь складываем детальку пополам и провязываем за обе стенки. 1 столбик без накида, 2, 3. И также берем вот эту боковую петелечку и провязываем соединительный столбик через нее. Ниточку обрезаем. Вот такой вот у нас с вами получается хвостик. В конце мы добавим этому хвостику полосочки. Итак, приступаем с вами к вязанию тела. Нам понадобится плюшевая пряжа цвета платья и основного цвета. Начинаем вязание пряжи основного цвета. Итак, кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, затягиваем кольцо. Далее будем провязывать с вами 6 прибавочек в каждую петельку по прибавке. 1, 2 прибавочка. Третья прибавка, четвертая, пятая и шестая. Далее, в следующем ряду мы будем с вами провязывать 1 столбик без накида, прибавка. Ставим маркер. И провязываем 1 столбик без накида, прибавка, 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 столбик без накида, прибавка и последний столбик без накида, прибавка. В конце ряда у нас с вами получилось 18 столбиков без накида. Следующий ряд мы будем вязать с вами 2 столбика без накида, прибавка. Повторять так 6 раз до конца ряда.
1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка и 1, 2, прибавка. В конце ряда у нас с вами получилось 24 столбика без накида. Следующий ряд провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем так 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Повторяем до конца ряда. Так, в конце ряда у нас с вами получилось 30 столбиков без накида. В следующем ряду провязываем с вами 9 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка. И так еще повторяем 2 раза. Итак, в следующем ряду провязываем 10 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, прибавка. И еще так повторяем 2 раза. Итого в конце этого ряда у нас с вами получится уже 36 петелек. Итак, в следующем ряду мы будем с вами вязывать ножки и хвостик. Для этого берем с вами изначально левую ножку. Так, вот наши ножки. Вот возьму я левую. Провязываем с ножкой 6 столбиков без накида. Сначала я захватываю боковую петелечку, 1 столбик, далее 2, 3, 4,
5 и 6 тоже я захватываю вот эту боковую петелечку. 6. Далее провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прикладываем правую ножку. Носочек смотрит в эту сторону. И также провязываем 6 столбиков без накида вместе с ножкой. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 провязываем. Так, далее мы с вами будем провязывать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь берем наш хвостик, смотрим, вот видите, тут смена цвета, значит, я хвостик переворачиваю вот так вот вниз этой стороной, и теперь провязываем вместе с хвостом 4 столбика без накида. Так, 1, 2, 3, 4. Далее провязываем 4 столбика без накида до конца ряда. Так, вот так вот выглядят наши лапки, нижние уже привязанные. Итак, после того, как вы провязали 4 столбика, после хвостика, продолжаем вязание и вяжем ряд без изменений. 36 столбиков без накида по одному столбику в каждую петельку. Это у нас будет с вами 9 ряд. И уже в следующем ряду мы будем с вами менять основной цвет на цвет платья. Итак, довязываем этот ряд до конца, последнюю петелечку. Последние петельки мы будем с вами менять цвет пряжи. Провязываем, сейчас соединяем эту ниточку. И далее мы с вами вяжем ряд, опять-таки 36 столбиков без накида, без изменений. Провязываем самостоятельно.
Итак, после того, как вы провязали этот ряд, фиксируем кончики пряжи, там, где мы меняли с вами цвет. Завязываем 3-4 узелочка. Обрезаем ниточку оранжевого цвета. И так. Следующий ряд мы будем с вами провязывать 36 столбиков без накида, но вязать мы будем с вами в задние полупетли. Захватываем только заднюю полупетлю и провязываем 36 столбиков без накида. Мы с вами уже довязываем этот ряд до конца. Со следующего ряда мы с вами будем провязывать уже убавочки. Так, поставим маркер. Провяжу один столбик, чтобы его закрепить. Итак, смотрите. Сейчас нам нужно с вами найти 12 столбиков без накида, которые будут находиться посередине животика. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мои 12 столбиков. Вот здесь я буду делать убавочки. То есть мне осталось провязать еще 2 столбика без накида. У вас это может быть другое количество. Главное, чтобы вы определили и нашли эти 12 столбиков. Теперь провязываем 2 столбика без накида. Убавка. 2 столбика без накида. Убавка. И 2 столбика без накида. Убавка третья. Таким образом, мы уже начинаем с вами формировать животик. Далее провязываем по столбику без накида до конца ряда.
довязали этот ряд. В следующем ряду провязываем без изменений 33 столбика без накида. Каждую петельку по столбику. Дальше мы будем с вами провязывать. Так, провяжу 2 столбика, и сейчас мне нужно найти 6 столбиков без накида посерединке. Так, 1, 2, 3. Вот мои 6 столбиков. Отсюда я буду делать убавки. Провяжу еще один. И начинаю делать убавочки. 3 убавки. Опять-таки повторюсь, что у всех количество до этих убавок провязанных столбиков без накида может быть разное. Поэтому ищите всегда серединку. И далее провязываем до конца столбиками без накида. В следующем ряду, в этом у нас с вами получилось уже 30 столбиков без накида, в следующем ряду без изменения, без убавочек вяжем 30 столбиков без накида самостоятельно. Итак, мы довязали этот ряд до конца. Теперь можно набивать холофайтером эту часть. Набиваем плотненько. Пытаемся формировать животик. После того, как мы набили холофайбером, следующий ряд мы с вами провязываем 3 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3. Убавка. И так повторяем до конца ряда. 6 раз у нас должно выйти. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2,
3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. В конце ряда у нас с вами получилось 24 столбика без накида. Следующие два ряда провязываем 24 столбика в каждом ряду. То есть без изменений в каждый столбик по столбику без накида. Провязываем самостоятельно. Итак, смотрите, вот мы довязываем с вами, должны довязать наш ряд, да? Вот наш маркер стоит вот где сейчас я остановилась, немножечко как бы выше над ножкой. Смотрите, где была смена цвета, вот здесь же она, в принципе, здесь я и остановилась, не довязала сколько? 6 петелечек я не довязала. Если вы хотите вязать тигренка в платье, чтобы до конца у вас был только один розовый цвет, то вы, в принципе, довязываете ряд до конца и далее будете вязать так, как я буду говорить, да, то есть по такой же схеме. Я хочу провязать несколько рядов рыжим цветом, так как мне хочется сделать тигренка в сарафане. Вот, поэтому я хочу поменять цвет. Но чтобы смена цвета была у меня не посередине, не было заметно, я не довяжу несколько петелек. Итак, меняю цвет пряжи на основной и отсюда буду начинать вязать новый ряд. Смотрите, я провязала один столбик без накида. Давайте, чтобы вам было понятнее, сюда я вот перемещу маркер, чтобы вы видели, что я не просто поменяла цвет, а еще и переместила маркер, и теперь начало ряда у меня будет начинаться отсюда. Сейчас же мы будем с вами провязывать 2 столбика без накида, убавка. 1, 2, убавка, и так вяжем до конца ряда. 1, 2, убавка, 1, стучит хвост по столу, 1, 2, убавка, и 1, 2, убавка, 1, 2, убавка, 1, 2, убавка. Смотрите, дальше мы провязываем с вами столбики без накида. До места над ножкой. То есть сейчас мы будем с вами провязывать верхние лапки, и для этого нам нужно найти над ножкой 4 столбика без накида. Вот они, наши 4 столбика без накида. Можно, кстати, перед тем как вязывать, зафиксировать ниточку. Берем ручку и вместе с ручкой провязываем 4 столбика без накида. Так. 1, 2,
3, 4. Смотрим, чтобы ручка у нас была расположена посерединке. И далее провязываем с вами 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, нам нужно найти 4 столбика, которые будут над этой ножкой. И провязываем 4 столбика с ручкой. Ввязываем ручку в тело. 1, 2, 3 и 4. У нас четвертый. Так. Раз, два, три. Проверяем, чтобы все у нас было ровненько. Так. Проверили, что ручки смотрятся ровно, и добавляем холофайбер. Итак, далее мы с вами будем провязывать новый ряд, начинать его с убавки. Так. Убавка, 1 столбик без накида, 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 убавка, и последний столбик мы провязываем соединительный. Так. Не совсем удобно вязать и снимать на видео, и еще провязываем 2 соединительных, когда уже игрушка наполнена холофайбером, она тяжелая, очень тяжело, так что прошу прощения, если вдруг есть шум, этот стук. Так, смотрите, часть нашего тигренка уже в принципе готова, то есть если бы вы захотели делать тигренка полностью в платье, то вот эта бы часть у нас была бы розовая, ну и ручки были бы вязаны. Также вы можете сделать, допустим, с коротким рукавом платьечко, то есть где-то сменить цвет на ручках, да, вот здесь. Можно сделать от белого, да, здесь уже не оранжевым цветом, а полностью делать платьишко с длинным рукавом. Тут уже полет вашей фантазии. Итак, далее мы будем с вами пришивать голову к туловищу.